Планета Уран для этого имени покровительствует терпеливым и необыкновенно трудолюбивым людям, не любящим ввязываться в сомнительные или рискованные предприятия. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если у человека этого имени сложится более-менее устойчивое представление о каких-то вещах, то в дальнейшем углубление своих знаний, фанатической преданности и скрупулезной точности исследований этим людям почти не бывает равны. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Это серьезные и ответственные люди, всегда руководствующиеся здравым смыслом. Они относятся к числу тех, кто стремится построить лучший и более справедливый мир. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.